я коротко поздравляю Локомотив с победой. Они выиграли заслуженно, умело отловить на контратак, очень грамотно выстроив игру, перекрыв сезон. То, что касается нашей команды, то это ужасный матч. А уже состоялся такой короткий разговор с футболистами. Значит, завтра мы будем тщательно разбираться в причинах такого отношения к матчу. Мне показалось, что абсолютно ни один человек не был в команде готов к этому бегу. Они, наверное, не знают, что давние традиции подразумевают, в общем-то, накал и искру в таких матчах. Попытаюсь внушить им это завтра. Больше мне по сегодняшнему матчу добавить нечего. Владимир Васильевич, какой график подготовки команды к следующему матчу с тем же соперником в рамках чемпионата? Точно такой же, что ломать. Восстановление, значит, поддерживающие тренировки и соответствующее, в общем, психологическое состояние, над ним надо работать. Ну, сложный матч для нас выдался. Готовились к этой игре и просматривали игру соперника. Знали, что команда неплохо взаимодействует в средней зоне. Удалось нам выстроить так игру, что закрыли эту зону. Плотно, быстро перестраивались, навязали борьбу. Были отдельные отрезки хорошие, в плане того, что выход из обороны в атаке. Это поспособствовало нам забить мяч. Так, сложная игра очень, конечно. У нас любой соперник сложный. Ребята реализовали вот это преимущество, свободную зону скрыли, поэтому забили. Юрий Александрович, насколько в команде появился целый ряд новичков сейчас, давление вперед, ну, что взял, хорошо смотрится на фланге, вышел Кириченко на замену вовремя. Насколько вы в целом довольны вообще теми ребятами, которые... Какой тренер может быть доволен, понимаете, хочется всегда лучшего игрока найти на ту или иную позицию, хочется усилить игру. Надо понимать, что у нас условия не позволяют зяблу. Вот он взял, мне все время это говорят, где ты зяблу нашел? Что его искать? Я его пригласил без всякого просмотра, я его трепал, приглашал в команду. Есть группа игроков такая, которых я знаю просто. Он первый год в футболе. Поэтому я рад буду, если еще более квалифицированные футболисты придут. Но смысл заключается в том, чтобы они и хотели играть в этой команде. Память самое главное. Вот. А пригласить, вот, человеческий фактор немаловажную роль играет, с каким отношением он к нам придет. Приходят сложности. Для нашего клуба это большие сложности. Тем более мы очень маленький перерыв. Найти игроков очень сложно. Поэтому на свои ресурсы какие-то, ну, наводим справки, кто-то интересуется, там ребята где-то кого-то советуют. Вообще все возможности, все рычаги предпринимаем для того, чтобы усилить. А довольно, ну как можно довольно? Ну, понимаете, у нас уровень игроков некоторых футболистов, не буду называть фамилии, ну, пока только на первом пути своем. Только они начинают на этом уровне играть. Есть определенная группа игроков, которые прошли именно со мной, даже там 5 лет работают, они уже знают требования и, естественно, прибавляют. Поэтому усиление всегда хочется.